разговаривать. Все спокойно. Девушка, вот позавтракать хочешь? Чай, может? А ты что, им, по-моему, сменил так? В смысле? А? Нет, я просто не знаю, ты как сидишь у меня в гостях, как бы... Да что ты... А что ты осмелел, ты не понял? Да это просто у меня в гостях сидишь. Ты что, осмелел, что ли? Да что я осмелел опять? Ты что, я не понял? Ты что, я не понял, а? Ты что? А? Рот не открывай. Это мой дом, Лех. Рот, говорю, не открывай. Лех, это мой дом. Понял? Лех, это мой дом. Рот, говорю, не открывай. Леша. Понял? Леша, слышишь, нет. Рот не открывай. Это мой дом, Лех. Леша, ты что, попутал? Леша, Леша, это мой дом. Тихо, хорош. Все начинается у вас, завязывай. Сука. Лазарь там что-то. Все начинается. Классно себя чувствуешь? Ты рот не открывай, тебе. Классно себя чувствуешь? Ты рот не открывай, еще раз откроешь, получишь. Я тебе говорю, ты что, я не пойму. Сука. Еще один, иди сюда на разговор. Что за фигня происходит? Что-то непорядочное поведение. Поет? Да. Что за позор, блин, в мужской спальне? Задание. Ну, а что? Как я себя не так повел, давай? Да он шутит. Да тебе пока. Ты изначально ведешься неправильно.